вас здесь приветствовать на семинаре Рафаэля Аганьева, единственного пятикратного чемпиона мира и серебряного призера Олимпийских игр. Я думаю, на самом деле, не в скором будущем у нас будет олимпийский призер, потому что Олимпийские игры уже ни в 24-м году, ни в 28-м году в Америке не будет. Поэтому спасибо вам большое за наше время. У него очень много знаний, очень много опыта. Я думаю, что каждый из вас что-то вынесет сегодня что-то новое. Поэтому вам всем желаю, чтобы вы отсюда вынесли много ярких впечатлений, новых знаний. Всего вам доброго. Спасибо. Делаем полный силу назад. Давай, давай, давай. Я сейчас в Москве. У меня каждый год здесь бывает семинар. В этом году тоже был семинар. Всем это нравится. Мне очень нравится с ними работать. Дает энергия, я даю энергию. Но думаю, следующий год еще увидимся. Всем удачи. Все хорошо. Вот так встанем. Руку держим. Держим. Вот. Посмотрим, где у меня ошибка. И будем вот так работать. Делаем. Первое движение. Главное, у нас не был вот это. Эта сторона. Сейчас мы находимся в городе Москве на семинаре Рафаэля Агаева. Семинар проходит на великолепном уровне. Первый раз у Рафаэля. Очень нравится все. Спасибо организаторам спортивного клуба «Раменки». Спасибо Виктору Геннадьевичу Хану за то, что помогает в развитии карате в Москве и Московской области. 3, 4. Если 2, 1 я сделаю, 2 раза я один раз. Понятно? Тренировка у Рафаэля Агаева, мне кажется, очень классная. Потому что я всегда его считала большим таким чемпионом. Когда я начала заниматься карате, только из-за него. 5 раз сделал нормально. И сделал бам-бам. Дистанция, посмотрел. Бам-бам. А потом... Как соревнование. Впечатление очень отличное. Сам 11 лет назад был у Рафаэля Агаева на семинаре. И решил привести свою дочь. Попробовать, как бы, ну... Она тоже хотела, я ей все время рассказывал, кто это такой. Как бы впечатление, ну, не знаю даже, на эмоциях, что сказать. Я сегодня даю чуть-чуть как соревнование. У вас что есть, это возьмем, то же самое, любимая атака. Но просто делаем до этого. Делаем любой атака. 1, 2 атака, после атака плюс. Наверное, вы много работаете это. Я хочу просто посмотреть. Если так, один кизами не получится. Потому что если один кизами делаю, попаду туда, после этого он может бить меня. Хотелось бы отметить профессиональную работу. Очень круто показано все. Лучший. Всегда мечтал приехать на его семинар, но вот видите, мечты сбываются. Узнали со страницы ВКонтакте об этом семинаре, но за Рафаэлем Агаевым мы следим уже очень давно, потому что он является кумиром моих детей, кумир детства. Вся их жизнь спортивная, она построена на его боях, они смотрят все время и учатся у него. Это была их мечта, а вот решили приехать. Все очень нравится, спасибо большое Рафаэлю. Надеемся, что в будущем наши дети будут такими же, как и он. Впечатление очень хорошее. Преподает он все четко, хорошо показывает. Если у кого-то есть какие-либо проблемы, вопросы, он всегда поможет, ответит на них.
Рафаэль Агаев всегда был моим кумиром. Я мечтал встретиться с ним. И вот он стоит буквально в нескольких метрах от меня. Семинар мне очень понравился. Дает все четко и все объясняет хорошо. ВКонтакте нашли информацию по поводу такого шикарного семинара для спортсменов, особенно таких вот начинающих. Прием очень теплый, новые знания. Самое главное, что не ожидали, что будет такое внимание для наших молодых спортсменов. То есть, как бы там прям очень довольны, впечатления. У сына радости полные штаны, как говорится. Вот, спасибо большое.